Приезжаю я к себе на дачу. Тут бы выпить хорошенько от трудов праведных, поесть до Храповицкого, не правда ли? Но не тут-то было. Моя супружница уж давно стережет. Едва ты похлебал супу, как она цап-царап раба Божьего. И не угодно ли вам пожаловать куда-нибудь на любительский спектакль или танцевальный круг? Протестовать не моги. Ты муж. А слово «муж» в переводе на дачный язык значит бессловесное животное, на котором можно ездить и возить клади сколько угодно, не боясь вмешательства общества покровительства животных. Идешь и таращишь глаза на скандал в благородном семействе или на какую-нибудь мотю, аплодируешь по приказанию супруги и чахнешь, 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 и каждую минуту ждешь, что вот-вот тебя хватит Кондратий. А на кругу гляди на танцы и подыскивай для супруги кавалеров. А если не достает кавалера, то и сам изволь танцевать кадриль. Танцуешь с какой-нибудь Кривулей Ивановной, улыбаешься по-дурацки, а сам думаешь, да коли, о господи, вернешься после полуночи из театра или с бала, а уж ты не человек, а дохлятина хоть брось. Ну вот, наконец, ты достиг цели, разоблачился и лег в постель. Отлично, закрывай глаза и спи. Все так хорошо, поэтично и тепло, понимаешь ли, ребята за стеной не визжат, и супруги нет, и совесть чиста, лучше и не надо. Засыпаешь ты, и вдруг слышишь, дзззз, комары! Комары, будь они трижды анафемы прокляты, комары! Комары — это казнь египетская, инквизиция! Ты куришь и бьешь их, и с головой укрываешься, нет спасения. В конце концов плюнешь и отдашь себя на растерзание, жрите проклятые. Не успеешь привыкнуть к комарам, как новая казнь египетская. В зале супруга начинает со своими тенорами романсы разучивать. Днем спят, а по ночам к любительским концертам готовятся. О боже мой! Тенора — это такое мучение, что никакие комары не сравнятся. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. О, подлые! Всю душу мою вытянули, чтоб их хоть немножко заглушить. И я на такой фокус пускаюсь. Стучу себе пальцем по виску около уха. Этак стучу часов до четырех, пока не разойдутся. Ох, дай-ка, брат, еще воды. Не могу. Находит на меня, братец, какая-то чертовщина. Этак в минуты досады и обалдения, когда комары кусают или тенора поют. Вдруг в глазах помутится, вдруг вскочишь, бегаешь, как угорелый, по всему дому и кричишь: «Крови жажду, крови!» И в самом деле в это время хочется кого-нибудь ножом пырнуть или по голове стулом трахнуть. Вот оно, до чего дачная жизнь доводит. Из шутки «Трагик по неволе» Антон Павлович Чехов.